Здравствуйте, дорогие зрители, слушатели, и с вами снова я, Ирина Искович, в рубрике «Как дела?» и «Мне это интересно». Сегодня у нас с вами 20 декабря 2015 года, 23:51. И я продолжаю рассказывать о том, какие события у меня были в моей жизни, какие будут возможны и какие есть на данный момент. Рассказываю вам и делясь своими впечатлениями по поводу того, что наполняет мою жизнь на данный момент: Россия, Москва, Средина. Вы знаете, за этот период произошло очень много интересных событий в моей жизни. И прежде всего это написание альбома «Поющая галактика» и «Второе радио». Полностью написание и будет сама. Также впереди в планах написания альбома и открыть тот альбом, который невозможно будет даже как-то не просто написать, потому что это где-то заказ небольшой. То, что я когда-то делала, то, что у меня даже получалось, даже песни, даже нюансы. Ну, нового плана, используя свои музыкальные мелодийные способности и умение писать стихи, вот это такой пункт песенный, вот очень красивый анонс. Ну, надеюсь, что все к этому придет, что я дозрею, периодически рассматриваю, как это все делать, потому что давно это не делаю, и, в принципе, для меня это очень странно. Ну, как ни странно, для меня очень странно уже выражать свои мысли, свои чувства через данный материал. Но тем интереснее задача, тем, возможно, будет интереснее воплощение. А что касается альбома «Поющая галактика», необыкновенная работа Олега Вещева, который себя презентует как и является мастером баджары. Это на английском языке инструмент, похожий хан. Ну, похоже, потому что он делает свои индивидуальные инструменты и глубокое значение придает этим инструментам. Похоже, они на летающие, похоже, они на галактику, и имеет определенное такое сказочное звучание, очень интересное, поэтому я считаю, что альбом этот для меня явился каким-то шагом необыкновенным и сонастроил меня с тем видением души, ее задачами, которые раньше фанатично во мне присутствовали. И затем, наверное, недавно фанатил отошел в какую-то другую сторону и стала преобладать не другая энергия, потому что жесткое управление собой, которое, возможно, изначально было в какой-то степени присуще, стало уходить на второй план. И это очень интересная тема, которую сейчас обдумала несколько тем, также посмотрела презентацию «Звездных войн», «Холодные игры», и сейчас смотрю многосерийный фильм, то есть даже сериал «Теория большого взрыва». Так как в последнее время хочется говорить только о хорошем, поэтому
по поводу таких работ, у меня не однозначное мнение по поводу этих работ. Единственное, что хочется сказать, что теория большого взрыва смотрится очень легко, поднимает настроение и проговоренные многие темы интересны. Что касается в целом, то здесь, по крайней мере, у меня возникает такой вопрос глобальный, да, о герое нашего времени, с одной стороны, почему такие герои нашего времени, и о том, что в большинстве картин, которые я наблюдаю, видеоигры, фильмы, вот эти экшены, которыми очень гордятся люди, такие взрывы, какие-то разрушения, мне это очень странно. Мне это странно, и мне кажется, что это не вполне нормальное зрелище, возможно, на какой-то стадии развития необходимо. Но картина созидания, мне кажется, гораздо благоприятнее и интереснее. Вот это обозначено. И сразу стоит вопрос о том, что гармоничный, счастливый, улыбающийся, умеющий приходить в гармонию во всем, занимающийся творчеством человек, без фобий, страхов, во мне данный, как он шизофренит. Я не знаю, все реже и реже встречается в этот герой. Это точно. Хотя для моего мира это естественно. Это вполне определенно, что такой должен быть он. Для моего мира. И для моего мира это неестественные картины созидания. И что самое удивительное, что в «Звездных войнах» я абсолютно была уверена, что будет развитие многих форм ментальных и даже визуальных. И, наверное, то, что привлекало в этом фильме, это создание реальности, которую интересно было наблюдать. Как великолепный фильм «Аватар», после которого хотелось просто упасть в реальность, просто быть с этим самым человеком. Здесь, к сожалению, реакции и новых героев ничем не отличались от старого, но не будут вещи такие. Враг джедаев все меньше и меньше. Хотя фильм в целом понравился мне всем. И я смотрела, что за удовольствием смотрю. Но для меня это было большой пыткой. Мне одновременно было очень скучно. Я кричала каждую секунду, что мне скучно, что это делится. Ну, наверное, потому что внутренне я успела вырасти. И этот фильм обещал
благодаря рекламной кампании, нам что-то очень интересное. А в результате даже главное скрылось за тучками. Ну, с другой стороны, есть надежда, что восьмая часть, последующая часть, по крайней мере, вырастут ментально. И связи с сердцем, и животворящими ментально будут гораздо сильнее. Вот что хотелось бы ответить. Возможно, это мое огромное желание, имея практики, имея знания, чтобы все человечество уже пользовалось этим. Возможно, это мое огромное желание моей души, чтобы общий уровень сознания, по крайней мере, немножечко трансформировался через познание любви и внутреннюю устойчивость. Я хочу сказать, что представление о любви очень слабо проявлено во многих культурных материалах. Во многих книгах, во многих фильмах они практически не проявлены. Что такое любовь? Либо это жертва Христа, либо это безумная забота, что не является в целом любовью. И я очень надеюсь, что человечество в целом обратит свой взгляд на этот аспект и этап обмена, который происходит, представляя любовь то в виде сексуальных отношений, то в виде вот этой жертвы, то в виде какой-то чрезмерной заботы, то даже жестокости и наказания, что обмен жвачкой все-таки каким-то образом идет, и человечество в целом обратит свое внимание и взгляд на состояние истинной любви. Это очень важный вопрос на состояние истинной любви и точкой внутреннего равновесия. Точка внутреннего равновесия, от которой очень много зависит. Зависит то, что когда она определяется внутренне, из чего складывается необъяснимая внутренняя сила, из каких компонентов, и почему она такая самостройка. Это настолько важно, ради чего вы способны продолжать жить или ради чего пожертвовать жизнью, где остановиться навечно и где идти вечно, ради каких внутренних принципов, ради что мотивирует вас, что движет и что излучает в этот момент из вас, в вами, в этот момент из утра. Поэтому эти вопросы очень важны. Они важны как для каждого из нас, живущего сейчас, так и для будущего поколения и будущей реальности.
многие вопросы хотелось бы определить верно. Потому что в тот момент, когда реальность на самом деле показывает себя с обратной стороны, душа просто ужасается. Как это вообще возможно? Как это возможно? Как возможно было дойти? Ну, не то, что до маразма, но дойти до искажения. Я скажу слово искажение, но неразумности, искажения и такого поклонения страху перед всем. И плодить это, и культивировать это, и этим гордиться. Гордиться тем, что у нас есть разрушение, поклоняться ему и забывать о том, что самое необыкновенное, что у нас есть, это свет. И созидание, творчество. Наверное, в этом и состоит глубокий смысл проявления себя в форме человека и проживания жизни на земле, чтобы в конце концов выбрать в себе закон творения, осознанно и без поворота, чтобы быть этим законом изнутри, и чтобы он проявлялся. Это очень интересная тема. Мне настолько непонятно, да, точнее даже мне понятно очень много, и узость восприятия в целом и ограниченность восприятия связана с тем, что этот центр устойчивости для большинства не определен. И целый виток заблуждений, искажений и даже нечестности по отношению к себе, постоянное себя оправдывание или наоборот унижение, неважно, непринятие себя как нечто совершенное изначально по сути. Это в принципе не принятие себя. Потому что даже если наше тело состоит из элементов земли и выращенные или по-другому, можно сказать, энергетическим пучком родителей и ребенку в общих целях проявления, то душа изначально никому не принадлежит. И если уже и принадлежит, то она принадлежит всеобщему состоянию Вселенной. И рождена была задолго до проявления этой души в теле, тем более же в теле человека. И то, что душа не принадлежит даже полностью нам самим, это правда. И наш ум, выстраивая определенные модели, все дальше и дальше может вести нас от центра. Выстраивая на периферии, даже не от центра, такие странные характеры. Даже не объединяясь в общую целостную модель, фрагментарно воспринимать кусок от общей картины. Что же приносит, что же такое любовь, что же это такое? И здесь я бы сказала, что
посмотрите на солнце. Солнце, можешь не сказать, каждую секунду отдает то, без чего бы мы бы точно многие существа на Земле не имели бы проявления. И часть того, что она дает, есть в нас самих, в наших душах. Это безвозмездная передача, которая при определенных условиях обжигает, а при определенных условиях дает жизнь. Это и есть любовь, безвозмездная отдача. Это когда не вы жертвуете чем-то ради чего-то, не какую-то поцелую цель. Нет, вы безвозмездно отдаете свое дыхание, свое время. Отдаете осознанно. Это та грань, которая определяет, ради чего внутреннюю точность, ради чего и чем наполнена эта энергия, ради чего. Для чего? Для того, чтобы разрушить все основное. То, что с таким трудом. Я просто шокирована, как можно бесконечно указывать убийство человека. Это не просто грех. Это непонимание того, с каким трудом душа определяет тело, с каким трудом ей приходится через что пройти, чтобы родиться, матери вынести, потом вырастить это тело. Ну вот смерти одна за другой указывает. Оказывается, что-то может быть важнее, ценнее даже человек. Человек считает, что может что-то быть ценнее, чем он сам. И это оказывается какая-то вещь. Это очень странная вещь. И прежде всего нам надо научиться ценить живой организм планеты, живой организм человека и нормальную душу эту природу. Я не знаю, это даже не смешно. Это грустно. Видеть стрельбу, насилие, не видеть. Не созидание. Во всем разрушение. Поэтому я считаю, что самое главное это внутренний выбор каждого из нас. Каким мы хотим быть? Разрушителями или созидателями? Целителями или убийцами? Каждый из нас должен выбрать. И если мы можем быть одним, почему бы нам не выбрать другого? Если мы такие прекрасные, бездушные, пустые, полуроботы, может быть, мы можем быть абсолютно другим? Может быть, мы можем быть чувствительными, бесконечно милосердным, любящим, созидателем. Мне кажется, это очень важный вопрос. Ради чего делать следующий шаг? И
что мы делаем в каждом шаге. Когда прощать? Или надо постоянно мстить, кого-то наказывать? Что это за отношения? Ведь все, что мы делаем по отношению к себе. Если я искренне люблю изначальную космическую природу, создавшую меня, то все, что живое, это отображение, этой души. Даже не по системе пока, даже просто так сравнивать. Неужели какой-то части себя не могу сознательно ненавидеть и презирать каким-то образом, не принимать? Нет, я обновляюсь. Мои старые клетки отмирают лишь для того, чтобы родились новые. Лишь для того, чтобы продлить мгновение жизни. И если на секундочку задуматься, что само название «война» — это страшно, это неприемлемо. Это даже для состояния души тяжело. А мир? Почему не поющая галактика? Почему войны? Почему каждый из нас не выбрал звездный мир? Я задаю себе этими вопросами, я не знаю. Неужели о мире мы еще не научились? Не говорить, не снимать фильмы, не писать книги. Мы не научились описывать состояние счастья, любви, блаженства, творения. Поэтому, я думаю, в каждом из нас есть эта борьба, какого Бога поймать. И каждый из нас должен выбрать, какого Бога в конце концов состояние счастья настолько восхитительно, состояние любви настолько блаженно, что все остальные состояния по сравнению с этим, состояние любви, блаженства, гармонии, созидания, счастья, это ничто. Поэтому оно легкое, невесомое, практически не запоминающееся, потому что это как звук, рожденный без трения. Впервые, когда ощутила этот звук, рождающийся, который, возможно, никак не понимает, когда в горло тяжело, весь организм скрючен, ты чувствуешь, как ты пыхтишь и работаешь, ты ощущаешь, какой-то молодец, ты устал, как паровоз перегруженный на холостом ходу. Тебе кажется, 7 ходов тебя сошло, вот это правильно. Но нет, это как раз таки было совершенно неправильно. А вот когда нет ничего внутри, то есть невесомый след, творение, не за что платить. Вот это правильно.
И это настолько блаженно, что это никакое сравнение не могло с этими потугами. Поэтому, когда меня зовут, посмотрите, придете к ней. Я счастлива, что это единственное, что я. Я счастлива в любом времени, что я лучше. Но вот что. Обратной стороны. Вот эта золотая середина. Вот старые клетки ушли, но выпущены. Старое ушло ради чего? Ради этого нового. А новое? А что я выбрала? Новое? Вот это золотая середина. Больше ничего. Я думаю, что долгожданные премьеры должны приносить душе радость. Я не только маленькими детьми, но и взрослыми. Что в этих премьерах должны быть герои. Не только как они способны убивать, но и способны творить. А лучше бы они просто творили. Лучше бы они проходили через внутренние трудности, дилеммы, выборы, как они были в поиске творения. Ведь из множества, чтобы сотворить само, такое невероятное уже с огромным числом множества нужно выбрать одно. И в этом множество состоит дилемма. И выбрать одно по многим пунктам своего сама. И это тоже. И уметь услышать, настроиться, еще раз почувствовать, потом отпустить и дать этому жить в личность. Это тоже. Это огромный опыт. Я думаю, об этом стоит задуматься всем. И что вы так очень интересно. Вы знаете, школа энергозвука. Осознавайте себя, почему вы на этом месте, почему у вас такое лицо, такие руки, такие родители, такая семья. Задавайте себе вопрос, что такое дома, что такое пространство вокруг нас. Из чего это все состоит? Как это все изменит? Это интересные вопросы, на которых есть ответ. Они есть. И ради чего вы делаете следующий шаг? Чтобы он есть. Ради разрушения, ради созидания, ради того, чтобы как солнце сияло в своем сердце. Если бы каждый из нас задавал эти вопросы, если не справился со состоянием счастья, обвинения или света, поющая галактика давно уже открылась в каждом сердце, поющая всегда, расцветающий космос. Я с вами прощаюсь, до новых встреч, с вами была Ирина Скрижа.